На первом Ярославском новости в студии Евгений Журавлев. Здравствуйте. Сегодня в Ярославле состоялось очередное заседание оперативного штаба по мониторингу цен. Минимальная стоимость продуктовой корзины в регионе выросла на 5,4% по сравнению с прошлым месяцем и составила 3509 рублей. Впрочем, динамика роста ниже, чем в целом по стране. 12 ритейлеров заморозили цены на социальные товары сроком на 2 месяца. Внимание ярославцев обращают на социальные акции, которые проходят в магазинах, а также на ярмарке «Покупай Ярославское». К сожалению, отмечаю, что не все у нас муниципальные районы охвачены. И особенно вот бы хотел отметить город Рыбинск, который не участвует у нас совершенно в этом движении. И это плохо. Здесь необходимо нам усиливать работу, потому что мы понимаем, что во время проведения ярмарок, когда участвуют производители, то у нас цены значительно ниже, процентов на 20%. Необходимо, если уж опять же обсуждается присутствие местных товаров, необходимо комплексное брендирование. Заходим в какую-то торговую точку и не можем идентифицировать местный продукт. Вот эти вот мероприятия сейчас необходимо проводить. В Ярославской области скрывается педофил, его фоторобот сейчас на экране. Следователи продолжают поиск мужчины, который в августе прошлого года насиловал девочек от 9 до 11 лет. Преступления совершены во дворах домов по улице Гоголя в Ярославле. Приметы подозреваемого. На вид от 20 до 40 лет, среднего телосложения. Внешность славянская, на носу шрам. Есть основания полагать, что преступник скрывается на территории Ярославской области. Если вы можете помочь в розыске, просьба сообщить в следственный отдел по телефонам 42-97-85 или 42-97-88. Социальные выплаты для мертвых. Несколько чиновников Брейтовской администрации провели комбинацию на манер знаменитого произведения «Мертвые души». Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователям стало известно, что в апреле 2014 года должностные лица Управления социальной защиты населения и труда Брейтовского района присвоили 25 тысяч рублей, оформив социальные выплаты на двух умерших граждан и 75-летнюю женщину, которая с 2011 года жила за пределами района. Расследование продолжается, устанавливаются все лица, причастные к мошеннической комбинации. Ярославская фристайлистка Любовь Никитина признана новичком года в мировой лыжной акробатике. Почетное звание ежегодно присваивается молодым спортсменам, удивившим всех своим выступлением по итогам сезона Кубка мира. Правда, поучаствовать в церемонии награждения, проходившей в Минске, Ярославна не смогла. Сейчас Любовь выступает на спартакиаде учащихся России, поэтому приз за спортсменку получил ее тренер Александр Понгельский. Отмечу, что за звание новичок года помимо Никитиной также претендовали Александра Романовская из Беларуси и канадка Мелисса Корба. Однако Любу признали лучшей. Здесь главную роль сыграли возраст спортсменки всего 16 лет, а также сложность исполняемых ею элементов. У мужчин приз «Новичок года» достался американцу Алексу Боуэну.